Всем привет, ребят, с вами Happy Academs, и, наконец-то, это, ребята, долгожданные итоги конкурса. Я знаю, что вы все это очень ждали, но я решила сделать немножко побольше времени, ребят, чтобы остальные люди тоже успели заметить, но это тоже поучаствовать. И что же сейчас я буду подводить, наконец-то, итоги? Я напоминаю, что какие у нас были места. Первое место — это была вот такая райделечка. Она очень красивая, ребята, даже розовенькая. Я надеюсь, что она выпадет человек, который очень любит розовый цвет. На втором месте, ребята, у нас вот такой рад грифончик. Он очень милый, красивенький. Давайте его посадим сюда. Стоп, рай, грифончик. Ребята, он очень миленький. И мне он очень-очень нравится. Ну что же, ребят, и также кицунешечка. Я пока что, ребят, вот она одета в значочек. Давайте ее даже приоденем, ребят, для вас, чтобы она смотрелась более замечательно. Давайте, она будет зайцем или не будет зайцем, да кто ее знает. Давайте ее оденем как цыпленка. Ну, ребят, мне кажется, очень-очень мило. Ребята, это просто супер-мега-питомец. Мне он очень тоже нравится, и его выиграет человек, который займет третье место. Что ж, ребят, давайте сейчас пойдем в одну программу и посмотрим. Я напоминаю, что условие у меня было подписаться, поставить лайк, написать плюсик в комментарии и свой ник. Поэтому, ребят, что же, посмотрим. Я в программе, и давайте же узнаем, ребята, кто выиграл, а кто нет. Я очень надеюсь, что людям, которые выиграют, очень повезет, и им очень понравятся подарочки. Что ж, начнем. Первый, ребят, человек у нас займет третье место, поэтому приступим. И это у нас Маша Вольнова. Ты заняла третье место, ты выиграла кицуне. Она все сделала, ребята, и также написала в комментариях плюс и ник. Ее ник я читать не буду, ребят, потому что... Ну, просто, ребят, не буду. В общем, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, отпишись, чтобы я тебе отдала твой приз. Что ж, ребят, сейчас у нас будет второе место. Давайте же узнаем, кто у нас на втором месте, кто же выиграл райд грифона. Так, пчела лайф. Участвуй, надеюсь, на победу. У тебя есть Р, Вика, ЗАС, 2012. Что ж, поздравляю тебя, пчелка лайф. Ты выиграла второе место, то есть райд грифона. Я за тебя очень рада, я тебя поздравляю. И сейчас мы узнаем, ребят, самый долгожданный момент. Кто же у нас выиграет первое место? Давайте же, ребят, узнаем. Я бы тоже очень волновалась, если в таком видео часто. Арина Роблокс, Моник, Робла 1900. Я мечтала о грифоне или кицуне. Мечтала о грифоне или кицуне, ребята. А выиграла райделечку. Ребята, я очень рада за тех, кто у нас участвовал. Я надеюсь, что в следующий раз вам повезет, ребят. Я буду продолжать устраивать такие конкурсы, потому что я вижу, что они вам очень нравятся. Ну а вы не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии, быть активным на моем канале. А я вас всех очень сильно люблю, до скорых встреч и всем пока!